Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами ДАЭФ, и у нас случилось страшное. Юрий Александрович наконец-то решил свою раскривушку переделать. В общем, снег пойдет, ребята. Под Новый год я все-таки решил это все адекватно переделать. Как вы видите, пораспилил тут все во всякие места. Но так как вы говорите, что вам интересно смотреть, даже как мы что-то строим, и, в принципе, большинство отзывов было то, что вот строить из ограниченных штучек это святое. В общем, полностью переделываем конвейерную систему, которая теперь будет вся на большие блоки. Сейчас вот это вот воткнем сюда. Надеюсь, себе воткнем сюда. Так, ну поехали. Меньше болтаем, больше работаем. Кто не работает, тот ест. Так, сюда. Сейчас мы его потихонечку... Тихо. В общем, вначале одну кнопочку зажимаем. Сейчас нас опустит. Трава. Одну кнопочку зажимаем, а потом вторую нажимаем. Тогда оно крутится адекватно. Правда, не в ту сторону, куда надо, но тем не менее. Сейчас залезет. Давай. Не туда нажал. Вот туда. Тык. Ну, вот оф тянг. В общем, потихонечку, полигонечку брюки превращаются в элегантные шорты, дорогие мои друзья. Да хватит ты руками махать, придурочный. Работай. Кто не работает, тот ест. Это сделал. Все, зарядил. Конвейеры проварил. Сейчас еще пару этих поставим. Внутренний пластин говорит, хочу. Еще что-нибудь хочу. Адекватную кабину сделал, длинную. Чтобы вообще никогда. И сделаем его поуже. В общем, резаками он у нас будет полностью и нежно. И, в общем, вот с этой кабиной все можно будет забирать сразу же. Текс, забираем. Ням-ням-ням. Поехали, провариваем. Вы так долго этого ждали. 28 серий ждали, пока разосрется Юрий Александрович и сделает что-нибудь адекватное. Спустя N-ц часов инженеров. N-ц тысяч, я хотел сказать. А, теперь хер достанешь, да? Ну ладно, я так вот достану. Ну и так вот достану тогда. Что-то мне куда-то микрофон все время отъезжает. Ощущение, что тихо говорю. Но это не точно. Что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь? Вот так вот ты от меня хочешь? В общем, я решил, что в этом месте у меня будет коннектор. Я буду сплевывать прямо в него. И если что, у меня всегда есть возможность расширяться дальше через большую решетку. В общем, большие трастеры я трогать не стал, так как я их руками поднять не могу. А все остальное, в принципе, можно поднять. Маяк тут куда-нибудь себе в жопе воткну. Сейчас полностью и нежно. Вот куда-нибудь вот сюда. И вот так вот его. Чтобы он там не мешался. Уж оторвет, пускай маяк оторвает. Надо перекрасить эту всю фиговину. Так, мне вот здесь снизу не даст приварить. Это уже проверено электроникой. Потом сделаем. Извините, хрипну, пытаюсь записывать опять оптом, дабы вам было что посмотреть в предновогодние празднички. Бля! В общем, если блястяще, в смысле, если вы нажимаете левую кнопку мыши, а потом нажимаете правую, вы видели, что происходит. Куда вот оно улетело? А я не знаю, куда оно улетело. Бля. Бедная моя жопа. Хорошо. Давным-давно было приобретено антипригарное кресло. Куда вот он улетел-то, сволочь? О, прятался. А ну иди сюда. В общем, вначале зажимаем левую, а потом правую. Вначале левую, потом правую. Блестяще. Нет, вначале правую, потом левую. Ну, прикольно летит. Мне понравилось. Вначале правую, потом левую. Вот. С 10-й попытки Юрий Александрович смог не вышвырнуть ее на орбиту. Космос. Ну-ка, няка. Так, и теперь вращаем. Анна была с повадкой кошки. Или котенка в 3 недель. Икс. Потом еще перекрасим. Будет прям блестеть, как котовые яйца. Что ты делаешь? А, это ж не Империум.
Странно. Не сожгет? Не должно. Ну, до этого-то ничего не сожгло, значит, и не должно. Правильно? Встань. Филистрат Кастратович. Эта батарея, кстати, висит на воздухе. Теперь мне нужно придумать, куда генератор воткнуть. Покомпактнее. И чтобы можно было сплевываться. Ну, сплевываться вот удобнее всего в коннектор. Никаких проблем нет. И с этой стороны вот эту батарею можно срезать. Вот этот растер можно подрезать. В общем, тут корабль можно сделать намного уже и лучше. Потому что, ну, уж больно он это. С этими большими решетками, конечно, больной. Чё со мной не так? А, что такое? О, чё надо-то? Ты чё, дурной, что ли? А, бурим глою небо кровит. О2, говорит, кончается. Хрена себе. К такому меня жизнь не готовила. Тут еще и дышать надо. Так, и он у меня по-хорошему заработал, да? Давайте думать, как это все сделать адекватно, вот, чтобы красиво-красиво было. Чтобы так вот душа свернулась и развернулась. Ложить их надо вот так вот плоскостью, а здесь проводить вот в этом месте конвейерную систему. Правильно? Правильно. Уж извините, немножко построим. Вы же так об этом мечтали. Многие мне писали, но Юрий Александрович, как обычно. Она, Белла Валентина, Дворись-ка. И, в общем, у меня даже с кабины будет доступ. Потом придумаем, как колесики сделать. Все-таки колесики мне нравятся. Внутренняя пластина нужна. А не пошло бы ты? Знаешь, какое место? Че тебе там лоу? Пуль! У меня даже в кабине кислород есть. О, волшебник! А вы говорили, не могет. Могет, умеет, практикует. Благодарю всех моих дорогих друзей, кто поддерживает меня всеми возможными и невозможными способами. Спасибо вам от всей души и от всего моего тела. Бренного тела. Так, ну и что, и тогда и особо не будем морщить себе. Там снизу же выход этого движителя. Я бы сюда вот блоки эти вот поставил. Блин. Ай, улетел. Обещал вернуться, если что. Так. Накидали тут всего. Может сразу красить? Я, правда, не помню как, поэтому боюсь. Давайте выберем какую-нибудь покраску адекватную. Зелененький камуфляж. Зелененький. А что тут как-то все сплющено? Что-то квадратики не квадратные. Так всегда было? Или как? Или вот так? Нет, это мне уже надоело. Что нам там дали-то? Какой нам там? Суперпластик армор. Что мы там купили-то хоть? Пластик, инфантастик. Сейчас посмотрю, как эта фигня называется. Декоративные блоки, блоки, пустошь, война. Какое последнее обновление? Проблески? Нет, не проблески. Автоматизация. Тоже не автоматизация. А, ну вот это, звездочка. Пиздочка. Так. Давайте вот это вот. Конджурит. Армар. Окай. Оп. Ни хрена не покрасилось. Оп, оп. Ну, такое себе, я вам скажу. Ну, хотя цвет мне нравится. А блок как выглядит? Как вагонка. Понял. Понял. Фрозен, не фрозен. Музи, не музи. Сифи. Ну, давайте сифи тогда. Будет у нас все сифи армор. Пойдет. Посветлее хоть будет. Як! Ура, товарищи! У меня симпатичный корабль стал. Ну, что-то он какой-то пластиковый, да? Хреновый у вас сифи. Клер. Где-то у меня сильвер был. Целет от фигня. О, карбон. Все, я осознал. Тщетность бытия, он у меня будет карбоновый. Ротанговый. В ротанговый. Ладно, не отвлекаемся. Потом перекрасим его посимпатичней. Закидываем туда вот эту вот его кучу блоков. Сейчас мы их туда присобачим. Сюда, сюда. Это батарея. А куда еще один скинул? Вот он. А то это Русти, Русти. 28 серии Русти, Русти. А толку никакого. О! Ох, слушайте, прям приятно даже ходить. Даже ходить приятно. Так,
как мы их можем себе поставить? Не падай. Не падай. Как мы их можем себе поставить, чтобы это было... Да подожди. Подложди. Ой. Ой. Кто меня толкает? Да ну что ты? Я брожу тебя, узбогойся. Никак он не хочет. Собака все-таки упал. Вот так? Да? Нравится? Нравится, не нравится? Спи, моя красавица. И к нему этот вот так. Так? И так. Так, так. И туда. Устраивает, устраивает. Поехали. Пинг, пинг. Пшик, пшик. Что тебе надо? Компьютеры кончились. Не лги. Я тебе говорю, не лги. Як. Як. Пш. Пыш, пыш. И все отлично. Вот. И теперь я его могу присобакать. Отцепись-ка. Отцепись-ка. Так. И теперь я его могу себе присобакать. Прям вот этим вот местом. Слушайте, мне нравится, как выглядит. Вот сюда. И сюда. Ну и... Вон, скиты. Пельмень. Бегай тут своим копытцами, шуршит. Ну-ка, подвинься. Не строй себя супермена. No woman, no cry. Угу. И на него сверху генератор. Персик, ребята, персик. Так, ну-ка, давай-ка. Ямана. Вот. Офтянг. Проверяем. Накопитель выключить. Всё. Зелененький, зелененький. Так. Теперь. Проверяем. Малый водородный бак ХЗ. Я его нашел. Я понял, почему он не работал. Поэтому он будет малый водородный бак. И ладно с ним. Так, батарея, батарея. Одна там снизу лежит. Гидроген танк. Танк не накопитель. Все включено. А где же у меня этот? Извините. О2. А2. А почему? Почему не наполняется? А? Большая решетка. Вот здесь вышла. Вот здесь вот присобачилась. Тут прошла. Должно работать. Там, наверное, нету льда. Проверяем. Льда есть. Ой. Чуть сейчас так мявкнуло. Да что ты, блин? Иллистрат Кастратович. Ну и чё? Процесс? Процесс. Почему он лед сам не взял, я хрен его знает. Но тем не менее. Не захотелось. Так, вот эту фигню отсюда. Так, 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 так. О! Как вы долго этого ждали, ребята. Так, мы можем сюда еще один поставить, а сверху на него как раз движитель. Движитель науки. Так, это в эту сторону или в эту сторону? Хер его знает. Какую-либо сторону. Ну-ка, камцу, папа. Камцу ми. Фе. Так. Ну-ка. Да не убивай ты меня. Я ж хороший. Когда сплю. Зубами к стенке. Так, мы его сейчас уроним. Так. Да? Какую тут кнопку нельзя жать? Вот, вот так вот он мне будет ложиться. Вот. Фе. Уняме. Так. 8. Сюда. Благодать, хоть компьютеры появились, поэтому... Блин. Появились и кончились. Ням-ням-ням. Так, этому дала. Сейчас мы его чуть-чуть отодвинем от меня. Уходи. И по-хорошему мне надо бы еще один такой же сделать. Есть. Есть, 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 есть. Чтобы, блестяще. Да, ну... Я тебя сейчас плюну. Неваляшка. Ну-ка, упадись-ка. В эту зажали, в эту нажали. Эк. Кто волшебник? Правильно. Правильно, друзья мои. Я. Волшебник во всю свою волшебную голову. Куда я мотор проиграл? Мотор.
Иди ко мне, мой спелый хлеб. На всякий случай. Это для Маши, это для Даши. Это на всякий случай. Случаи разные бывают. И туда. Есть. Представляете, сколько надо было мне писать, чтобы я наконец-то... Так, у него только снизу, только спереди, да? Может его прям так вот поставить сюда? Оп-оп, батарейку сверху. Сюда сверху батареи. Хотя можно, конечно, это... Да ну не падай, подожди. Подожди, я думаю. Так не поднимает. Фе, застрял? Застрял. Так, можно его прям напрямую сюда подключить? Ну, мне не хотелось бы такую широкую опять машину делать. Тут это все можно настолько компактнее сделать. Но, правда, у меня тут это... Ну, Гем, не домой. Так, он два блока, да? Да не это, себе мозги, Юра. Юра, не надо. Не это. Правильно я мыслю? И на всякий случай еще один переходничок. Такой, для красоты. А, так дырку перекрываю. А так я все равно к ней не подлезу. Пусть будет. Чтобы так и так был... было сообщение. Улыбка ее. Украшение лица. Так, сюда и сюда. Торчать бум? Или не бум? Бум. Так, о, дождик кончился. Так, правый, левый. Вдохнуть и не дышать. Не туда, не туда, не туда. Вот сюда. Не туда. Дай, блин. Карусель, карусель. Кто успел, тот присель. Правильно, что ли? Меня знает. Да, правильно. Я великий джедай. Силу я в тебя чувствую, юный подлаван. Ну давай ты мне уже не это, не мими, не мозги. Давай. Присосись-ка, я тебя прошу. Давай. Умница, девочка. И заурчал. Так довольно заурчал, что мне аж понравилось. Ну, слушайте, и даже есть возможность к расширению. Так, сюда еще один такой же поставить двигатель, и будет мне счастье 1 киловатт вырабатывать, чтобы нет. Так, это сделал, это сделал, это сделал, это сделал. Надо вернуть две батареи, надо вернуть сюда. Может быть, прямо сюда батарею поставить? Сбоку, а сбоку у меня сплевутель какой-нибудь есть. Мне нужен какой-нибудь вход. Тут же конвейерного входа нет. Может еще какой-нибудь где-нибудь спилить этот? Так. Корабль у меня какой-то однобокий. А это ты рычишь? Я думал, не ты рычишь. Какой-то однобокий корабль. Получается. Вот доступы я бы не хотел бы как раз перекрывать, но все равно слишком далеко. Мне кажется, сюда надо еще один ставить. Так, у меня это все водородные баки? Три штуки, да? Так, а там у меня трастер большой валяется. И еще один водородный бак. Хорошо. Нафинь. В смысле нафинь? Совсем нафинь, что ли? А, совсем нафинь. Пошли со мною. Фе. Уняме. Да, бля. Я стяще. Бросок через бедро. Онлайн без регистрации. Надо здесь этот. Да, пол немножко сделать, потому что иначе у меня тут все падает. Так, так, так. Смотрите. 19 минут, а мы уже пол корабля построили. Волшебник, что ли? Я тоже так думаю. Тут вот еще пропрыжечку бы адекватную сделать бы. Адекватную, говорю. Так, сюда он не влезет. Влезет. Но раком. То есть, так он не лезет, эта фигня мешает, но он с таймя сюда входит и выходит. Замечательно выходит. Оно? Оно. Так, значит, мне как тебя надо? Прицепись-ка. Влезет ли он вот сюда, вот в чем вопрос? Может и не влезть. Ну давайте попробуем. Чем черт не шутит, тем мужик не перекрестится. Ну не влезет, значит сверху сюда вот поставлю и не буду себе особо подморщить. Мамам. МММ. Так, и значит его сюда. А почему я опять тут споткнулся? Батарейку тут кто-то наставил.
Так, берем за ухи. Правая, левая. Поворачиваем так. Поворачиваем так. Поворачиваем так, 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 так. Да подожди ты, я ночь не спал. Не души. О, так. И теперь от меня. Почему я вот на одну и ту же клавишу жму, в одно и то же место поворачивается? Как это работает? Да не так же. Встань. Встань, так я все уложу. Ладно. Ладно, мы тебя так вот руками повернем. Ходи туда. Ходи туда нежно. Тихо, 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 тихо. К концу папа. Персик. И появилось место для батареи. Да? Да. Персик. Персик, персик. Даже работает. Даже опустошается, бедняга. Так, а ты мне для чего сейчас жужжишь? Какому ухе у меня жужжить? Петухни. Так, место для батареи найдено. Для двух, я бы даже сказал. Батарея, 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 батарея. 3 на 2, да? Она же 3 на 2, 3 на 2. Вот эту вот батарею я отсюда спилять буду. Если что, смогу скидываться вот сюда. То есть все лишнее я могу сюда скинуть, да? Значит, мне надо отдетачить эту батарею. Опа. Присобачить ей к какому-нибудь краю. Как-нибудь. Вот давайте, наверное, вот сюда. Так. И тогда... Ой, падает. Так, сюда. И тогда... Как тебе вставить-то? А тебя надо перевернуть, приварить и вставить. Широкую на широкую. Неправильно. Так, куда ты все время пытаешься уехать? А ну вернись. Правая, левая. Отходи от меня и вот в дырочку, пожалуйста, пройдите. А меня что-то тут зажало. Еще об одну батарею стукнулся. Ну ты чего? Вася Дистрофан. Алло. Есть кто дома? У тебя плюнул. Ты чего? Какая непослушная. Ты. Стоямба. Баямба. Мальчик хочет в Тамбов, а девочка чики-чики-чики там. Вернись-ка. Кто у нас тут овно? Я или ты? И плаваю я тоже хорошо. Волгу переплывал. Правда, в очень узком месте, но тем не менее. Да ты меня это сейчас, да? Видать, да. Да цепись ты от меня, иди ты отсюда. Битва титанов. Так. Так встал. Туда боится, да? Так, так, вот, все. Он его просто поднять не может. Точнее, может, но у него, видите... Проскальзывает. Так, 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 так. Вошла, 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 вошла. Вошлось. Стоять. Уйди от меня. Так, теперь мне надо понять, на какую кнопочку понажимать, чтобы она от меня отвалила. Так, не туда, не туда, не туда, вот сюда. Давай, 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 давай. А-е-е. Да говорил же, не влезет. Вы засахарил, засахарилась. Ну упади ты, блястящая. Не, в смысле, не в прямом смысле слова упади. О-о-о-о-о. Я же говорю овно. Так. Ползает. Улитка в бар. Сюда еще одну положить просто, и чтобы не мешалось вот это вот. Да? Да, я думаю, что да. Так, смотрим, насколько мы сможем сузиться. Ну, блока на 4-то сможем, если вот это все лишнее. Вот эти трастеры вот сюда просто переставить и не мучиться особо. Их нихера себе. Переставил, проверяй. Эк. Эк. 8 это сюда. То, о чем вы так долго мечтали. Я, как говорится, родил. А куда делось? Я же только что приварил, нет? Да в смысле, я же приваривал. Волшебник. Так.
оказалось. Вот, как вы видите, я могу и через любой конвейерный вход забирать. Ну? А, хера. Через это не берется. Стальная пластина Instruction need one more. А! Ой. Извините. Need one more. И не more. Так. Туда. Оп, зафиксировали. Покрутил. Повертел. Фокусник. Он все время пытается... А, нет, мне не в ту сторону надо, да? Подожди. Так. Все время X, Y, Z меняется. В зависимости от расстояния. Но все же. Ну ты ж там? Ну, вроде как там. Сейчас подвинем. А чё это он такой маленький? А зачем я его так далеко поставил? Я его могу вообще сюда задвинуть, да? Так, ну-ка подожди, не сосиська. Подожди. Сейчас присосется скотина. Чувствует моя печень. Так, это же я могу его вот прям сюда вплотную забахать и все. И нехай оно здесь живет. И каш не просит. Правильно? Правильно. Уйди от меня. Тебе здесь не рады. Кто World of Warcraft играл? Сейчас присосется по другой. По другому XY. Да повернись же ты. Не стесняйся. Если уж я аккумулятор запихал, то тебя-то уж я тут вообще плашмёй воткнул. Не так. Ай, шарик, ты дебил. Да ебиться сердце перестало. Уйди. Упади. И не ходи сюда. Да тут еще и батарея блинская. Так, улучшенная болгарка. Я рад за нее. Она у меня улучшенная. Вел падлу. Что это такое? Видели, у меня тут что-то моргало. Надо на И нажать, убрать это. О, наконец-то. А наконец, мы поймали, наконец. Так, и теперь вот так, и вперед, и взад. Так, хорошо? Хорошо. Да что ты меня, это, издеваешься надо мною? Ух, собака злая. Поперек или повдоль? Наверное, повдоль лучше. Сколько новых слов сегодня выдумал? Вообще офигеть можно. Так, идешь со мною. Главное не забывать на Ctrl жать. Не падай. Главное не забывать жать на Ctrl. Alt Delete. Так. Alt F4, в школу не пойдем. Так. Зависни. Задумайся. Так. Этому дала. Так. И вот так. Эк. Волшебник. Так. Ползает. Уликал бар. Кстати, все непроварочки можно и проварить. Со мной все спорит. Что весит одинаково или не одинаково. Ну. Вот это вот плохо. Вход. Работает. Нилгей. Вот сосиска. Гироскоп, кстати, сверху поставил. У меня вон еще один сундук на меня смотрит. Рундук. Его же надо было взять. Нежный полностью. А куда я его могу? А куда? Сюда могу. Еще куда могу? Давайте подумаем. Сверху сюда могу, но это херня. Сюда могу. Как раз сплевывательный. Эту сейчас батарею мы отсюда возьмем. Воткнем вот сюда. Сюда. Да. Так и поступим. Вот в этот уголок, чтобы никто не уволок. Да что ты? Хватит. Че, все компьютеры съел? Вот это единственный минус, то, что приходится все время компьютеры есть. Ям. Чуть ты отвалилась? А. Присосись-ка.
Бедная присосичка. То есть она дотачит, с него тоже все спадает. Ничего страшного. Так, и тебя мы поставим как-нибудь. Как-нибудь как? Нибудь. Я бы его, конечно, поставил вот сюда бы привернул. Этот же край или другой? Хрен меня знает. Пока туда не пододвинешь. Эх, позорник. Бывший дизигнер. Где твое пространственное мышление? Ну и чё ты не едешь? Иди. Иди ко мне. Тузик, тузик, тузик. Только не падай. Теперь туда. Да, вот с этим проблема, кстати. Ее проще, наверное, бочиной. Про того. Да уходи. Чё-то не смазал, что ли. Ель ползёте. Да, вы правы. Прав, аркашка твоя. Опа, шире, чем мои 4. Мы ее пристыкуем вот за это место. Проворачиваем, хотел сказать. Не лагай. Не лагай. Лагает. Так, я поставил снизу вот сюда. Значит, вот сюда это угол. Нет, это не угол, это вот этот вот блок. 8. Вот так вот. Правильно? Ну, в теории. Приятно поговорить с умным человеком. Например, с самим собой. Сейчас я ее с той стороны пузиком натолкну. Оно? По-моему, оно. Он попробовал, и правда он. Так. Из этого следует что? Что убираю вот этих 2 трастера, я вот так вот настолько укорачиваю свой корабль. По ширине. Представляете? Представляете? А мне еще одну батарею надо куда-нибудь пихнуть. Хреново, что индикацию мне ее не видно, но мне вот это в принципе видно. Прям так же ее и поставить. Прям так же их и совокупить. Как вы на такое смотрите? Мне еще надо не забыть, что я фонарь тут срезал. Но она не хочет. Ну вернись. Все задолбала. Я тебя сейчас метну. Закинул. Так, значит... А я тогда не буду в этот... Хотя я с этой стороны не смогу. Ну мы же придумали, что туда сундук встанет. И хрен бы с ним, это будет сплевательный сундук. И каш не просит. И хрен бы с ним. Все, решил, сделал. Так. Сверху, снизу. Как ты должна стоять-то? Вот здесь. Че так опять лагает? Что так лагает? Поехали. Нет, в смысле поехали, но ты-то только не уезжай. Ну давай. Ну давай, ты хочешь и можешь. Я в тебя верю. Почему ты иногда поднимаешься, иногда не поднимаешься? Он силу свою накапливает. Йок. Угу. Ко мне. Опять силушка. Богатырская кончилась. Хренов, что мне надо будет слезть, и она упадет мне на голову. Не-не-не-не-не. Фе. Отстань. Куда тебе нажать, чтобы ты начала вращаться? О, нашел. Вот. О, втянг. Всего-то делов-то 34 минуты, ребята. А у меня уже тут целый корабль. Сможем мы сюда трастеров пихнуть? Чё-то сильно сомневаюсь, но попробую. Но попробуем. Можно даже на паузе. Если с первой попытки не получится, то попробую. Ям. 8. Чё-то там упало. Кто-то упал. Так, вначале правую, потом левую. Вдохнуть и не дышать. Не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, вот так вот. И нежненько, 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 нежненько. Туда впихнуть невпихуемое. Отпустить. Поравнять. И туда ее прям с ноги. Ходи туда, не лезет. Я тебе говорю, ходи. Давай, ты можешь.
Сейчас я на ней попрыгаю, подождите. Коломика не хватает в этой игре. Уйди! Как бы тебе это... Это я, что ли, там, Филистрат Кастратович? Сейчас я его вставлю так, что потом хер вытащу, не спилив вот это вот, или вот это вот. Чувствует моя печень. Ну? Застрял. И в то, застрял. Собака злая, застрял. Ну как... Теперь хер вытащишь, да? 0.12, оно хочет, но не может. Блин, как мне здесь ломик нужен. Так, рекламная пауза. Так, еле выковырил я ее оттуда. Прошло пару тысячелетий. Больше в такие дырочки узкие не пихаем. Да отстань. Все это будет так. Я предполагал, что так и будет. Он не захочет туда. Ну. Ладно. Так, правое и левое, чтобы оно не повернулось. И вот спокойненько, сразу же, мгновенно устанавливаем туда. Так, ну и на нее второй этаж тогда. Будем сусь. Будем делать сусь. Так. 7. 8. Скоро профессионалом стану. Спасибо тому человеку, кто подсказал, что это блок, а не мод. Прям родина тебя не забудет. Ну и не вспомнит. Так, правую зажал, левую зажал. Все, умница, девочка. Не туда, не туда. Туда. Вот. И туда, 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 туда. И пузиком. Вот. Итого. Мы можем себе позволить сделать наш корабль намного уже. Намного. Ну, не намного, но уже. Уже значит легче. Так, вот эта вещь. На эту вещь мы уже придумывали кое-что. 3 батареи поставили, да? Да. 3 батареи, генератор, работает трастер сюда. Вот мне не хватает трастеров на тормоза. Вот у меня будут трастеры на тормоза вот так. Чё тебе надо? А, я последнюю возможность сплюнуть убрал у себя, да? Хрен с ним. Новый вырастет. Все прошипелись. Все прошипелись. Так. Я просто не хочу сейчас это колесо отпиливать, потому что как только его отпилим, оно сразу того. Надо было там сразу поставить. Надо было его сдуть. Да хватит ты бегать-то как. Дебилушка. 4. Бум. 8. Так. За хвост. Всех друзей. За хвост в музей. Поехали ко мне. Тут еще мое колесо мешает немножко. Эх ты, ни хрена себе вошел. Ну, по-моему, ножка мешает. Так. Фе. А я отсюда и не сделаю, да? Так, сюда мы ничего не будем делать. Здесь у меня будет лестница. А я могу вообще лестницу построить? Лестница на малую решетку есть? Хэр ее знает. Ну, ёп. Чё, правда, что ли? Ну, так можно было? Не можно. И чё ты? Не лезешь. Без внутреннюю пластину хочу, говорит. Потому что ничего не хочешь. Да пусть будет, пока делаю. Ты чё так орёшь? Всю рыбу не распугаешь. Слушайте, вот прям адекватно залезли. М? Тут еще и эта батарея с другой стороны. Ну и хрен бы с ней. Стоит красивая-красивая. Зелененькая-зелененькая. Чем можно еще мечтать? Сейчас 3 тормоза себе здесь сделаем. Водородных. Все равно же водород есть. Все равно копа. Так. А я до тебя дотянусь? Дотянулся. Ну-ка, кам. Сюда. Пока по центру, а потом... Блин. А, стяще. Вначале правую, потом левую. Вначале правую. Ну-ка, давай. Давай.
Пока не пленет, не полетишь. Пока не пнешь, не полетит. Дорогие мои друзья, я, кстати, наконец-то очистил сейф. Возрадуйтесь. И как видите, у меня сразу же сим-спид повысился. Намного-много-много-много. Там еще, кстати, пару этих водородов. Стоять. Стоямба. А я тебе говорю, стоямба. Вот. Хорошо. Собака злая. Бежал. Убежала покрывало, убежала простыня. Или иглушка. Так, ну-ка, няка. Ну на. Поехали. О, я прямо отсюда поставлю. Далее. Джон Миллиметрон или Петька Снайпер? Ну давай, сосиска. Ну? Ты чё? Волшебник, что ли? Куда я тут убежал? Наконец-то уходим от свалки. О, один работает, два не работает. Это как это так? А тот, наверное, выключен был. Во. Теперь у меня адекватные тормоза, только я тут, по-моему, в колесо вошел. Полностью и нежно. Так, трехступенчатый двухподъездный корабель у меня получается. Так, и чего бы мне ему придумать с этой стороны? Наверное, ногу стыковочную, да? Шасси. Ша. Си. О, и симметричную и стыковочную ногу. Прям вот сюда. Як ее? Почти. Почти. 9. Вот сюда вот. И як ее? Идеально. А все остальное срезать. Не очень уже стало, но, по крайней мере, компактнее и все через большую решетку работает. Оп. И сосиска. Та-та-та-ра-та-та-там. И сплюнули вот сюда. Фи. Ага. Трансфер старейший с фул. В смысле старейший с фул? Как так фул-то? Таня Филистрат Кастратович. Здесь себе забегочку сделаем. Ага, мы сюда хотели себе сделать еще один рундук. Точно, точно. Помню, помню. И вот как раз вот в него и будем сплевывать. Сейчас я только корабль немножко перевезу. Что-то жужжит, но не жужжит. Блин. Теща. Как в эту игру играть-то? А, у меня все трастеры. Так. Обмаш. Мяш-мяш. Обмаш. Так, для начала трастеры, похоже, выключились. Оно? Опять что ли присосался? Ага. Вперед есть, взад есть. Вправо есть, влево есть. Ага. По-моему, там какая-то батарея болтается. Так, а для чего я отлетел? Ай, забыл. Значит, было неважно. Так, а, для того, чтобы как раз сюда сундук поставить. Все, точно, точно, точно. Так и запишем. Был пьян. Так, и он будет у меня сюда, а сюда маленькой этой. И мы сможем сюда еще такой поставить. О, философоратор. Так, сначала забираем сундук. Сундук. Сундук, сундук. Так, вы тут мне еще не устали. Кстати, я третий генератор сюда приварил, эти переварил. Сюда все. У меня, оказывается, вот на этом было вот это вот висел survival kit, кислород. Там баки, половина баков было вот на этой вот, что не касалось вот этого и поэтому не заправлялось. Все баки проименованы, все баки связаны одной. И тут прям можно гулять, прям не хочу. И гулять и не хочу. Так, забираем. Твое. Сразу же проварил, чтобы не уронить. Р-р-р. Забрал. Унес. Уронил. Аккуратненько. Слушайте, уже даже на самолет похоже. Сейчас только поставлю еще батарею. Какая из них болталась? Вот это что ли?
А, точно она. Она. Так, ну все яйца в одну корзину складывать это такое себе, конечно. Поэтому я бы ее, конечно, бы куда-нибудь себе вставил с другой стороны. Да вот туда я не думаю, что здесь мне что-то понадобится. С этой стороны я всегда сплюну в ногу. Вот сюда вот могу скинуть все. А с той стороны я смогу скинуть прямо вот в этот контейнер. Сюда вот мы его присобачим к себе. Да что это? Ну куда их? Видите, как удобно? Как удобно. Да, я его, конечно, в любую секунду могу сломать, но... Это буду я или не я, если я его не сломаю. Так, он не будет ли торчать? Нет, не будет. Все идеально. Все идеально, Юр. Ты умничка. Девочка. И певочка. Так. Ну-ка, повернись-ка. Туда ходи. Шк. И сюда можно все сплевывать. Идеально. Просто идеально. Чего? Какие изъяты? Какие компоненты? Что ты хочешь? Да встань, я тебя покрасить хочу. Извините, в дырку попал. Так, мне теперь свет нужна. Какая-нибудь фара. Тут фара хреновая. Ну вот сюда вот и бахну фару себе. Это у меня прожектор, да? Да. Может такой какой-нибудь промышленный... А, это промышленный сортировщик. О, прожектор, который на меня еще и будет смотреть. Направить на ближайший квадрант. Ну, коняка. Нет, сюда-то надо обыкновенное, а сверху вот как раз вот его поставить. Чтобы он на меня глядел, если что. Если я бегаю. Что тебе надо? Невозможно. А хочется. А невозможно. Так. Ладно. Че ты? Зачем ты так-то? Вот. Эть. Избушка-избушка. О, хрена. Где дырочку взять? А вот дырочки даже сверху есть. 9. Ням-ням-ням. Сразу на 3 взял. Опа. Куда смотришь? Че ты там увидел? Че ты увидел? Смотрите на него. Так, ну и обыкновенный прожектор из стройки. Где ты? Проверить запястье. Опа. Лампочка, дочка. Сейчас мы его настроим, чтобы он на меня смотрел. Панель управления где-то тут. Прожектор в режиме ожидания. Радуюсь прицеливанию, управлять. Целиться в ракеты. Стрелять по малым, по нейтральным. Враги в прицеле. Учить захват. А я не помню. Стандарт, оружие, двигатель. Целиться в друзей. Там, по-моему, не надо. Тут движение в ожидании. Стрелять по метеоритам, по малым блокам, по большим блокам. Выключить. По живой силе и по статичному выключить. И целиться в друзей, и враги в прицеле. Да, вот. Вот теперь он должен смотреть в меня. Почти. Ладно, в следующий раз посмотрим. Я в него верю. Так, и естественно... Ну, в принципе, нахрен мне здесь лампочка, когда у меня уже есть прожектор. Будем ли мы ставить это на колеса? Вот в чем вопрос. Четвертого этого для симметрии не хватает. Вот тогда у меня не сплевывательный будет. Что тут там? Тан-тара-та-тара-тарам. Да, кстати, у меня есть еще один трастер большой. Вот я думаю, на куда его себе вставить. Ага, у меня еще батарея болтается. Про нее-то я и забыл. Тут надо, кстати, сделать как раз такие. Раз такие, два такие. Еще уже. Дам. Это для того, чтобы запрыгивать, я сейчас просто полукруг сделаю. Видите, он у меня с низкой посадкой. Я всегда смогу на него запрыгнуть. Даже с земли. Даже не обязательно проваривать, но в принципе было бы неплохо, если проварить. Я еще подумаю, что можно будет в то место сделать.
И надо ли мне это все защищать? Я не думаю, что я... Че я такое? На меня шипишь. Так, здесь полный звездец у меня, конечно. Но тут вот есть лесенка, которая позволяет мне забраться наверх. В принципе, все меня устраивает. Сейчас мы вот эту... вот эту вот сюда, наверное, его воткну себе. Батарею. А прям так ее и протащить, да? Вот. А, нет, она вот в угол упрется. Да хрен на нее, давайте вон поставим как-нибудь ее. И пусть живет. Мы ей мешать жить, что ли, будем? Не будем. Так, сейчас мы не главное ее чуть-чуть на себя подать. И приварить это на какой высоте? На вот этой высоте. На 8-м этаже хуй девки в неглиже. Правильно, что ли? Правильно. Там, конечно, щелочка будет, ну и... Пифи. Была такая. Нео направляла. Пифи. Ну да, я как и предполагал, оно меня будет пытаться уронить. Так, сюда. Не сюда. Сюда, не сюда. Так, тихо. Ну-ка, осознай тщетность своего бытия и повернись как надо. Ну а зачем ты дальше-то поворачиваешься? Сейчас мне молния еще даст. Ну? И... В смысле ты не присосалась? Ты чего? Как? А, уперся в этот. Как и говорил, так и получилось. Ну? Что с тобой не так-то? У меня тут залазить можно. Даже бегать. Дорогой, где ты был? Бегал. Ты чего? Не лезешь-то? Ну-ка, кончай. Пока дают. Кто тебя не пьет, тот тьмо. А вы говорили, засахарилась. Работает. Кто не работает, тот ест. Так, надо ли мне это закрыть? Надо ли? Потому что я обязательно в эту дырку буду падать. Нормально? Отлично. Отлично, мои дорогие друзья. В общем, у меня основная конвейерная система идет от присоски. Большие пошли сюда. Большие пришли сюда. Через вот этот боковой вход входит в большой сундук. Из большого сундука в малый. И там вы тоже видели, что вот в этот малый все сундуки через большие конвейерные входы проходят. Зачем у меня генератор скоммунизил все бутылки? Вот кто бы знал бы. Зачем он это делает? Откуда у меня столько бутылок вообще? Кто столько бутылок наплодил? Так что теперь у нас, ребята, если мы эту штуку не разобьем, будет просто вот феншуйная штука. Можно было второй мотор сюда поставить, но я думаю, мы мотор еще найдем. У меня вопрос, куда мне поставить большой трастер? Почему он на меня не смотрит-то, дядя? Должен. Одолжен. Так. Что мы с вами переделали из того, что... Водородный ускоритель назад, назад. Это все работает. Тяга вперед. Все работает. Атмосферные трастеры работают. Так. В трастеры, значит, мы должны добавить водородный ускоритель назад. Большой атмосферный тяга вперед. Больше нету. Водородный ускоритель назад. Вот. Сохранить. Это все у нас трастеры. Чинг. И все выключилось. И все выключилось. И не летит. И не едет. Нужно ли ему колеса? Обратите внимание, я все еще 55 тонн вешу, но насколько у меня... Вот... Ну, Юра. А можно я переделал? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Спасибо, можно. С возвращением. А вот теперь красиво. И я с другой стороны еще один вот такой водородный движок могу поставить. Слушайте. Длинный, правда, что звездец. Но, по крайней мере, будет летать как молодец. Единственное, что у меня влево трастеры находятся в совершенно другой стороне. То есть не там же, где справа. Ну и, как говорится, и хрен бы на них. Можем вытаскивать данную группу сюда. Трастеры 5. Вкл-выкл. Да. Так, далее. Маш не надо, гира не надо, освещение не надо. Ага, блоки и инструменты. Да, да. Пилить. И теперь включаем.
Отстыковываемся и летим. Шикарно. Вот просто волшебно, ребята. Куда светит, хер его знает. По-моему, в камеру он не светит. Ты чего там крутишься? Он это, инопланетных существ ищет. И присосались. Ну-ка на меня смотри. О! А вы говорили, засахарилась. И вот, я все время теперь со Светой. Опыт. Так, на чем мы остановились, мои дорогие друзья? На том, что я сейчас вот этот большой трастер-то с собой возьму. Слушайте, по-моему, раскривушка. Благодаря вот этой вот ноге. По-моему, вот эта вот лестница немножко все херня. А, нет, тут и эта херня. А почему? Надо было на один выше? На один дальше? Да. Так, а теперь вопросный вопрос. А чем я буду такие вот вещи домой носить? Сейчас, если я его пильну, я себе обрезание сделаю. Лайн без регистрации. Ну-ка, варись-ка. Я нахрен. А на него столько моторов надо. Сейчас освободим. От греха подальше. О, еще один баг. Еще один баг. Он трудный самый. Надо? Надо. Посидентит, говорит. А я тебе все равно съем. Экс. Забрали. Забрали, говорю. Вот взяли бревнышко. Понесли бревнышки. Надо ли или не надо ли? Надо же такого влюбиться. Слушайте, он 2 на 2. Он прям впрямую туда стыкуется вторым этажом. Так. Значит, мне ногу либо надо выдвинуть, либо поднять на один блок. Я не понимаю, как мне это сделать, чтобы было покрасивше. Ты что на меня не смотришь? Вот, ред. Так, это я туда унес. Это мы допилим. Сейчас мы оттащим. Оттарабаним. Это что такое? Что-то. Сейчас мы его... Инкомплит. Только не пильни его ради Христа. Страшно. Так, взял и понес. И понес. Взял и понес. Не понес. Я в тебя плюнул. Ладно, понял. Ты что меня пугаешь? Блин? Он на меня светит со всех сторон. Кстати, это тонкий намек. Смотрите, какая у меня тень. Тень. Эть. Отдаю вам свою честь. Онлайн без регистрации. А как я в тебя войду-то? Нога ты моя, доморощенная. Так, тень это, конечно, хорошо. Правда, как войду-то? Не лезет. Блестяще. Ладно, попробуем так. Попробуем с разбегу. Когда идет дождь, такое ощущение, что тут 10 кадров. Так не получилось, значит так. Так. И вот так. Да за что тебя подергать, чтобы войти-то? Где ты? Сидилище. Ёб ты, тут за рычажок надо подергать. Ни за что больше тебе не подергать. Извините, жопа горит. Так, полностью зарядится через минус 41 секунду. Значит, все работает? А трастеры? А трастеры не работают, да? А есть группа? Военная батарея, атмосферная нафиг, ускоритель нету. Так, трастеры. Это же они? А хер его знает, они ли это или другой самолет? Нет, другой же не пристыкованный. Точно, это они. Он попробовал и правда он. Ну-ка, няка. Раз, два, три, четыре, пять. Их не может быть пять, их должно быть шесть. Иначе бы я никуда не полетел. Турвал, колбол, энерджи. Ну и чё? Ну давайте проверять тогда. Так, вперед едет, назад едет, вправо едет, влево едет, вверх едет. Пять, значит. Пробуем отцепиться.
жив, цел, орел. Надо его тоже проварить, чтобы посимпатичнее выглядел. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Их не сосиська. Такс, где у меня нога-то? А нога у меня прямо здесь, прямо на месте. Взяли бревнышко. Понесли бревнышко. Аккуратненько. И что-то не летит. А что, все что ли? Бензин кончился? Ну что, мужик, тяжело что ли? Да ладно ты. Нормально же общались. Я его что-то вот наверх теперь боюсь закидывать, потому что его сейчас закинешь наверх, а потом сами знаете, что с ним будет. Так, куда его? У меня тут есть эта приземлябительная площадка? Нет, она сзади. А с другой стороны. Блин, мощности не хватает. Чуть-чуть не хватает мощности. Тихо, 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 тихо. Тише, будь. И вот сюда ложи. Аккуратно. Блять, тяще. Аккуратно говорю. Не удается запарковать. В смысле не удается? Отцепись от него. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. А как мне это сделать теперь? Ляцкая нога. Отцепись-ка, блядь. Фу. Пипец. Не падай. Я его своей грудью держу. Ты куда? Стой, так я все улажу. Не ходи сюда. Здесь тебя хорошему не научат. Так, что я взорвал? Что сломал? И как? Вопрос. Так, сейчас он тут упадет. Да хватит ты на меня. Пугаешь же. Ну-ка, няка. Как-нибудь его надо туда. Так, а мне что не дало это сделать? Вопрос на вопрос. Что сломал-то хоть? Да ничего не сломал. Надо же вывести на панель. Че гром гремит, кусты трясутся. Ой, ты костратище. Есть у меня эта ляцкая нога. Есть у меня ляцкая нога. Почему ее здесь-то нет? Переключить стыковку. Открыто. Занято. Так, там, наверное, дырки нет. На которую зафиксировать, да? Не исключено. Автоочистка пока выключена. То есть она работает... не всегда. Так, только не падай. Не надо. Не надо. Не надо. Одумайся. Будь хорошей девочкой. Вот так и стой. Я тебя сейчас стукнул. Так, ты чё не работаешь? А чё не работаешь? Автозацеп... А, автозацеп выключен. Открыто. Закрыто. Автозацеп. Дайте мне еще такую же. Так, туда... Ну, правильно, я его сюда пытался положить. Тут автозацеп-то выключен. Ну, вот на эту же зацепит же. Ну, в теории зацепит. На практике. Хера её знает. Так. Ну, тяжело, тяжело. Ничего не скажешь. Кому сейчас легко? Аккуратненько. Главное потом на 4 нажать. Ям. И полетел, 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 полетел. Блядь, не туда полетел. Ох. Тяжело. 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 Ой-ой-ой, по-моему, надо отцеплять. Чуть не оторвало. Фух. Вы знаете, после таких полетов чувствуешь себя... Блин, тут колеса еще наставили. Чувствуешь себя прямо этим. В натуре этим. Скайуокером. Они на таких же там рассекали. Скайвякером. Да, надо эту фигню всю тоже проварить и сделать, привести ее в чувство. Извините, что такая серия строябительная получилась. Но, ребята, игра из этого состоит. Мы уж тут с этим ничего сделать не можем. Так. Пи. Парковка. А где у меня двигатели? А надо отпарковаться. Вот так вот. Повиснуть. Зависнуть. Открыть. И посмотреть все-таки. Трастер, трастер. Просто не вытащил их и все. Коннектор и штурвал. Понял тебя. Пи. Г. Группы. Что тебе надо? Колбол, трастеры. Это же эти трастеры, я надеюсь.
Не те же? Оп. И все. Йо. Лерой Джекерс. А никак я ее пониже не могу сделать? Нет, не могу. Не могу, не могу, не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу. Все равно не могу. Ну, слушайте. Сейчас мы оттестим моего летающего друга. Почему же он такой кривой? Надо с ногой что-то сделать. Срочно, я бы даже сказал. Так, а что такое? А, зацепился. Так, сейчас выровняем его. Опа, а я как потом на него это? Да, вы знаете, на один блок. Все услышал. Понял, не дурак, дурак бы не понял. И ребро жесткости. На всякий случай. Это на всякий случай. Ребрышко жесткости. Так, и сюда. Ногу. Ша. Си. Че не надо? Кабина не надо. Кабина не надо. Ровно? По-моему, отлично. Тан-тан-тан, тара-та-тан. Конечно, в первую очередь будет умирать вот этот вот генератор кислорода. Больше чем уверен, что ему будет больнее всего доставаться. Но я потом здесь блок тяжелой брони, просто какой-нибудь полублочек воткну. Вот сюда вот прям. Сразу и сделай. И сделай сразу же. Похрену какой там, без разницы. А полублок можно? Блоки брони. Блоки брони. Меня интересует. Что-нибудь плоскенькие, что-нибудь маленькое. Я знаю, что у него коллижен модель точно такая же, но на него меньше пластин идет. Вот один. Тут стальная. Это скат легкой. Угловой полублок брони. Но все равно по одной штуке идет. Хрен на него. А вот и херен на него. Пойдет, что ли? Да пойдет. Где ты вообще? Это что такое? А, вот он. Вася. Оно вроде маленькое, а вот жизнь-то спасает. Несимметрично, правда. Пойдет? Пойдет. Минус 4 пластины. Компонента решетки. Зато вы не представляете, сколько раз мне это спасет жизнь. И как видите, в любом месте я могу себе позволить забрать что-то из сундука. И из кабины, и не из кабины. Че, одной компоненты не хватило, что ли? Ты что? А можно? Усифоли. Можно. Вот. Ага, тебя теперь поставить. А как мне в тебя сесть? И... Жу-бум. Фуил, критикал. Нет, не критикал, все отлично. Оп. И аккуратненько присели. Дура лысая. Так. Ну, значит, мы еще в честь такого праздника вот это поставим, правильно я мыслю? О, смотрите, у нас скоро будет затмение. И прям так же его и поставим. Да упади ты туда. Здесь вообще без каких-либо проблем. Это значит, он мне должен встать сюда, сюда. Вот на эту вот сисечку делаем. 8. Так, сюда. Ну не просто ж так. Я думаю, что явно не просто так. Все это сделали. Ну-ка, упади-ка. Подожди, не толкайся. Тихо, тихо, тихо. Тише, тише. Вот на крыше. Котеныш, ты меня слышишь? Вам нужен комплюхтер. Где взять? Ам, нету. Что-то не хочет брать-то. Ну, взял. Компьютер взял, стальную пластину не взял. Так вот аккуратненько отходим. Ноль. Тихо ты, блин. Ну вот зачем ты это делаешь-то? Ну, блестяще. Попозол. Битва титанов. Ага, с другой стороны.
Правая, левая. Отвернись. Повернись. Вдохнуть и не дышать. На-ка. И это еще один блок. И так и будем сюда блоки напихивать, напихивать, напихивать. Самое главное, у меня все теперь есть. То есть я могу совершенно со спокойной душой сплевывать куда угодно. И это все у меня в моем этом. Так, ну что? Все включено? Опять включено? Или выключено? Включено. И. Фью. Полетели. Пробуем наше вооружение. Ведь из кабины не видно ничего, блин. Ама. Но это неэффективно. Мелкие решетки, конечно, жрать. Я думаю, что намного эффективнее крупные решетки жрать. Длинноват корабль, согласен. Такое ощущение, что он не это. У него одна только эта пила работает. А чё по пиле? Блоки. Блоки инструмента, резак. Ну, резак. Тебе чё, в эту что ли надо совать? В группу-то не должно быть. Чё вы не работаете-то? И резак. Выкл. Ну-ка я сейчас них... Чего? Это как... Почему? Что с тобой не так? Почему только один-то работает? Несите нового стрёмлера, это сломался. Надо было себе здесь эти... Забежечку сделать. Запрыжечку. А, у меня же здесь была эта фигня. Я ее дезинтегрировал. И что тебе надо? Тань. Чтоб тебе херово стало. Ух. Да ты меня за... Чего тебе надо? Лестница в небо. Я что-то сейчас, по-моему, не понимаю. Резак. Вкл. Резак. Их же не надо в группу запихивать, потому что мы через G-меню используем их как блоки-инструменты. Все инструменты-блоки. Работает только правый. Ну, хер с тобой, золотая рыбка. Ну, давай, рез. Ну, так не должно быть. Только вкл-выкл теперь есть. Вкл и выкл. Говорю, как хреново пили. Да, вид, конечно, не хватает. Может быть, камеру поставить? Для распилу-то. Но это вкл-выкл, это херовая идея. Так, и мелкие блоки пилить тоже херовая идея. Ай, заигрался, друзья мои. Зато корабль красивый. А зато корабль красивый. Сейчас мы его еще застыкуем. И бам! И сломали. А что, я могу? Первый раз, что ли? Так, и как мне в него входить? Зато потом. Сейчас мы поймем, как в него входить. Так. Пи. 5. Давай еще раз попробуем. Ой, я не понимаю. Вот честное слово, ничего не понимаю. Ребят, почему это так работает? Может быть использован из кокпита. Кокпит. Ну, это группа, это я понимаю. Это освещение. Бррр. Ай.
А, и все, я обиделась. У меня, кстати, один трастер не крашеный. А у него такая прикольная окраска. А он что, отличается, что ли? Да, он отличается. Смотрите, он еще такие трастеры, а это не такие трастеры. Включайте. Я не знаю, как жить эту жизнь. Так, и как мне в тебя входить, дорогая? Через попу, как обычно. Запрыгнул, запрыгнул, тут подпрыгнул, тут запрыгнул. Ты мне тут еще смотришь на меня. Смотри на меня. Эй. Не хочет. Застеснялся. Так. А он меня в приседе не видит, что ли? Видит. Видит, не видит. Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами был Даев. Подписывайтесь, кто не подписан. Будет еще много всего интересного. Стараюсь для вас, записываю для вас. Всем вам огромнейший неработающий лайк в этой игре. Так что возрадуйтесь. А как всегда, с вами Даев. Всем предновогоднего настроения. Закупайтесь вкусняшками. И приходите ко мне на стримы, когда они будут. Что ж, всем желаю удачи, счастья. Прям ткнул прям в нос. Берегите себя и своих близких. Это самое дорогое, что у нас есть. Благодарю каждого из вас за вашу любую поддержку, которую вы оказываете мне на протяжении очень многих лет. Ну а сейчас вы увидите список всех поддержавших меня с самого начала развития канала. Скоро я обновлю эти списки, и туда добавятся еще люди. За что вам огромнейшее спасибо. Ребята, всем до новых встреч, всем приятной игры, всем пока-пока.